Слушайте, я скоро до Суоярви. У нас создана уже год назад инициативная группа. Мы воюем с Куделанином не на жизнь, а на смерть. У нас просто война идет. Мы доходили до Матвиенко. Мы доходили до Нургалиева вот там неделю, не две недели назад. Все его отписки, то, что дают, написали жалобы, что и Карелия полностью разваливается. Законы не работают, инфраструктура вся развалена. Кругом коррупция. Все это теперь в Москве уже. В сентябре я ездила в Москву. Однако же, наверное, все-таки звонки появлялись, потому что Худиланин вызывал меня на личный разговор. Типа хотел оказать давление. Я отказалась. То есть с ним особо разговаривать и сказала, что у нас приезжайте и смотрите, ездите по районам, что происходит. Он не хочет, он не реагирует никак. Сейчас мы собираемся инициативной группой ехать напрямую к Путину. Мы собираем от жителей города, районов письменные жалобы и едем в Москву к Путину напрямую, чтобы убирали Худиланина и его команду. Потому что здесь нечего делать питерцам. Все заполонили питерцы. И власть подмята... Я не знаю уже даже, как сказать. Он не слышит, он не видит, он не реагирует ни на кого. То есть местные люди для него не люди, жители Карелии. Его надо в отставку. В отставку! В отставку! Спасибо всем!